Сегодня на очередном заседании районный совет депутатов Клинского района принял решение объединить территории городских поселений Клин, Высоковск, Решетниково, а также сельских поселений Воздвиженское, Воронинское, Зубовское, Нудельское и Петровское в единый городской округ. На представительном уровне местного самоуправления решение принято. До этого инициатива прошла согласование и обсуждение в каждом поселении. Предлагается внести на рассмотрение Мособлдумы в порядке законодательной инициативы проект закона Московской области об организации местного самоуправления на территории Клинского района. С решением об объединении поселений Клинского района в городской округ районный совет депутатов выйдет в областную думу. И уже законотворцы области в этом вопросе поставят точку. А пока вместе с решением об объединении депутаты приняли положение, которое регламентирует формирование новых муниципальных органов. Напомним, в Подмосковье об объединении поселений в городские округа активно заговорили 2 года назад, когда решили восстановить централизацию муниципалитетов, перейдя к одноуровневой системе местного самоуправления. Как только были приняты поправки к закону о местном самоуправлении, районы стали преобразовываться в городские округа. На данный момент статус городских округов получили более 10 районов Подмосковья.